Информационный сервис «Судебный кабинет» – это единое окно онлайн-доступа к услугам судебных органов. Его основным преимуществом является то, что участники судебных дел, в том числе адвокаты и юристы, имеют возможность в любое удобное время подать в суд электронный документ с помощью своих компьютеров или смартфонов посредством сети интернет. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Верховного суда Республики Казахстан в разделе «Судебный кабинет». Также на базе этого ресурса теперь действует пилотный проект «Внешняя оценка судов». Сервис этот реализован для участия в обществе в работе судебной системы страны и по оценкам конкретного судьи, качества оказанной стороне по делу юридической помощи и участию прокурора судопроизводства. Данная анкета внешней оценки деятельности суда состоит из 10 ключевых вопросов. И она, я уже сказал, она направлена на изучение уровня удовлетворенности участников судопроизводства, качеством организации и проведения судебных разбирательств. Данные анкеты имеют анонимный характер. Основная часть вопросов этой анкеты направлена на конкретизацию мнения респондента для выяснения недостатков и упущений в организации судопроизводства. Стоит отметить, что участники могут пройти анкетирование один раз по одному делу. Главное предназначение новшества – объективное оценивание работы соответствующих органов, а также уровня доверия населения. К тому же отслеживается защищенность прав и законных интересов граждан в суде. В опросе могут участвовать только участники судебных разбирательств из всех регионов республики. ИСы, заявители, ответчики, адвокаты, прокуроры, представители государственных органов. В анкету включены 10 вопросов о доступе к правосудию, обеспечении состязательности в судах, соблюдении судьями судебной этики и другое. В данном анкетировании могут принять участие только участники судебных процессов. Не случайные лица, а лица, непосредственно участвовавшие в реальном судебном процессе. Ранее уже проводились подобные исследования, но только в течение определенного времени. К примеру, в 2015 году программа ООН в Казахстане провела независимое социологическое исследование путем опроса участников судебных процессов. В нашей области также были проведены такие мероприятия, которые показали положительные результаты. Проведение подобной системы оценки дисциплинирует судей и прокуроров. Кроме того, это может создать конкуренцию среди адвокатского сообщества.